Казахстане введен временный запрет на ввоз консервов и готовой рыбной продукции из Эстонии и Латвии. Накануне эта новость появилась в российских СМИ, а сегодня ее прокомментировали в Минсельхозе нашей страны. Как выяснилось, вето на прибалтийский товар в России было наложено еще в начале июня. Россельхознадзор выявил ряд нарушений на предприятиях и в самой продукции. В частности, в консервах обнаружен бензопирен. Он способствует развитию онкологических заболеваний. 22 июля такое же решение принято и в нашей стране. Отмечается, что под запрет попала рыбная продукция более 10 предприятий Эстонии и Латвии. Ограничение может продлиться до конца года. Мы, Казахстан, проведя оценку рисков, пришли к выводу, что наибольший риск для казахстанских потребителей представляет готовые и консервированные продукты, потому что бензопирен, больше всего его обнаружено в готовой продукции. Поэтому мы ввели такое ограничение.